Красноярская многоэтажка вот уже 3 месяца стоит без крыши. Речь идет о доме на улице Маяковского. Жильцы говорят, еще в октябре подрядчик начал капремонт кровли. Обещал закончить в январе, но в один прекрасный момент рабочие просто испарились. До вчерашнего дня, говорят люди, их не видели и не слышали. Сейчас в ситуации разбираются фонд капитального ремонта и ОНФ. Они уже выехали на место, чтобы проверить ход работы, поговорить с жильцами. Первые сломали все, как говорится, все это сделали, и на этом тишина. Потом еще одна бригада, потом еще одна. Ну вот сейчас вот бригаду дали, и это нормально. Подрядчик, кстати, уверяет, что люди напрасно подняли панику. В сроки строители укладываются и даже опережают. Работы они должны были начать только в апреле, но специально зашли на объект раньше. Было принято решение зайти в зимний период времени, чтобы выполнить работы и не допустить ни одного подтопления. До конца марта работы будут полностью завершены и сданы заказчику.